как бы не круто, понимаешь? То есть я буду делать перслотом, наверное, БФ. Ну, опять же, это я просто мое мнение, как я буду играть. Я не знаю, как они играют. То есть, может, сейчас Хускар пойдет фидить с нулевой под башню, и мне не придется покупать БФ, и все. Полгруди вторая, бля, ты сам. Я стою против Хускара. Можем убить, в принципе. Против Хускара стоять сложно. Пока не надо. Вторую прокачай. Заметь, закидывать его, а что делать? Закидываем его. Закидываем его дагерцами. Все, вот сейчас плохо. Сейчас он взял третий скилл. Берем мисы и закидываем. Так, ну что, идем в аквилку, наверное. А можешь заход сделать? Потому что мана к концу подходит. Блин, плохо, не зафармил крипа. Бегу, Лола, бегу. Маны очень мало, ребят, там поэтому теперь надо идти в аквилу. Статы никакие даст. Там байда зади. Это нормально. Что такое? Брат, иди, выбирай, либо три крипа, либо руна. Выбор очевиден. Руна. Отойдем. Хоста, инвиз, что угодно может быть. Я, ну, тоже инвиз можно. Не страшен, хоста страшна, поэтому отойдем. Ребят, рюзайте куру, рюзайте куру. Это у нас волшебство. Окей. Так, для справки, 416 матчей, 380 похвал рейд, правда только 1280, но я расту равно, и я не старый, поверь, я еще молод в душе. Чатику привет и спасибо за поздравления. Спасибо, если будет возможность, сыграй на Таиде. Мой любимый герой, на котором я обожусь, винрейд. Посмотрим, 73%. Как пойдет, братишка? Ой, сори, брат, бля, я что-то за руны засмотрел. Там луна что-то.
Очень приятно видеть человека, который объясняет малопытным игрокам, что как и когда следует делать. Притом адекватно. Лови на пряник. Спасибо, брат. Как всегда, вторую даешь, я забиваю. Ейся. Отстань. Отстань, хейтер. О, шестого левела хейтер. Ого. 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 Что делать? Блядь. Ред. Стоим, нюхаем. Что еще делать? Крит. Просто нюхаем. О, пошло дело, пошла жара. 17 стиков там. То есть там стики нажимаются, и хп фуловым становится. Вот и поджарили дурака. Главное потерпеть, ребят. Тут как бы дело такое. Против Хускара особо ничего не сделаешь фантомкой. Особенно у Хускара, у которого 17 стиков. У меня есть, не надо. Спасибо, да. Чем же это танго? Все, Хускара убили. Хоть чуть-чуть немножечко выровняли ситуацию. Но... Так, Огр, я бегу. Все плохо. Короче, так же, стан. Вторую вначале дай, потом стан давай. Я вытяну. У него маны нельзя. На вторую, главное, чтобы на вторую. Кар пошел зарабатывать бабки, кого-то гангать, мы можем чуть-чуть тормануть. Фарм это замечательно, потому что на линии я фармил очень плохо, не мог к крипам подойти. Все, что нафармил, по сути, все с даггеров, а сейчас хоть могу чуть-чуть качнуться. Так, смотрим наверх, Хускар 7, он без сапога играет. Кстати, Хускар, заметили, он вообще ни сапог, ничего не взял, чисто еле бегает, еле двигается. Я у них руна отжимаю в тупую. Крит может, а? Оп. Спасибо, спасибо. Так, Сандкинг там где-то бегает, Хускар на топе. Окей. Ну, нас Хускар никак не убивает. У нас миссы двойку, то есть если он меня прыгнет, убьют, то я просто тэп-аут нажму и все. Ну один, пожалуйста. Ой. Пацаны, не надо на Хускара идти, вы что нас убьёт? Мы не идем? Луна что-то там тусуется. Да, я чуть не ожидал, он что-то. Да. Пойдем сюда, я сейчас хукну кого-нибудь. Стан дашь сразу. Только не тормози. Че, крит, да? Оп. Ну надо крит дальнего дать, я ж не отстану. Я отдам крит дальнего, поверьте мне. Бля. Не дам. Не, ребят, я в леса. В леса, да? Хорошо. О, Хускар подъехал. Давай тогда, где наш мидер? Усян. Мидер? В миде. 105 урона. Ну, такое, ребят. 105 урона мало. Крит нужен. Там два стика. Надо сдалека кидать, чтобы он не заряжал его. А не, он все равно заряжает. Три стика. Кого нет, ну вот эти двое здесь. Так, там восьмой левел, у меня девятый, кстати. Он только апнул восьмой, пока бегал там. Сапог купил. А у меня уже девятый. Сосать плюс лежать, братишка. Вот я и вырвался вперед. Так, аккуратненько стоим. Чё по руне? Может ДДХ, а? А? Инвиз. Шо, пора на ганге? Опять, кого вот мне убить из них? Опа-ча, подождите. Можно никуда не идти. У нас тут
замут появился. Можно попробовать? Только свеженький, свеженький стоит. Вкусненький, только с завода. Отлично, брат, что по вардам нету, да? Окей, бывает, ничего, ты иди отсюда. Получай крита и отдыхай. Пацаны, можно гангать дурака на миде. Yeah. Он уже готов. Одного здесь убьем. Давай. А вон еще Рубик идет. Еще... Ну-ка, замани их. Замани поддержка какая-то. Оно будет у меня прыгать, интересно? Боится. Гори, я жертва. Так, что там по стикам? 8. 8 стиков. 8 стиканов у молодого человека. На топе там заруба, не заруба, непонятно. Закидываем дагерами, продолжаем все это дело делать. Я успел съесть вард, просто я бы вообще пошел дальше гангать в инвизе. Но вард у центре заканчивался, и я бы потом не успел снять обсервер. Поэтому я выбрал снять обсервер. Так, снизу медуза, снизу медуза. Войд, гоу, Хрона, гоу. Войд. Войд. Вот, сука, вот это надо. Так я тебе говорю, хрона ставь. Что мне надо? Мне ничего не надо, просто хрона. И даже не хрона, просто бей. Ну чё? Да ничего, блядь, долбоёб, чё. Бей просто. Хорош. Сука, и чё, говорит? Там пуск идет вроде. Ребят, руна на топе лежит какая-то. Хускар за руной пошел наверх. Это хаста. Забрал скорее всего. Уже. А не, это реген был, нормально. О, давай, давай ее, давай ее, давай, станы, шманы. Станы, шманы. Так, все тут 9 стиков. Ладно, буду фармить. Не буду его кидать в него, доиграю. Остался, остался здесь. А, нет, нету его там. Так, скорб 6. Кусяна мы не убьем. Снизу пришел Рубен. У Бойда хрона нету. Минус башня. Разрушена. Никого нету наверху. Крит. Тут вижу. Армлет на Хускаре. Ребят, Хускар наверх пошел. Наверх по реке идет. Аккуратно. Ой. Пацаны, наверх по реке Хускар идет, Огр. Тебе это ни о чем не говорит? С армлетом, пацаны, он убивал. Арестован. Ебать, он мансует. Хотел пробежать. Ничего, Огр, ничего. В следующий раз ты в нужную сторону убежишь. На, пойдем. У тебя же ульта есть. Я могу вытянуть. Блин, жесть. Так, там на что-то происходит. Избиваешь. Ебать, подожди, ты что, дурак? Такое делать? Я вообще смотрю, там драка идет. Чисто болею за наших, а он решил скрысить, понимаете? Какая чисто. Он ни разу в меня не прыгнул ультом, понимаете? Он прыгнул только тогда, когда я, сука, смотрел на замес. Он пускает двигай. Вот за мной идет. Идет он.
Осторожно. Дай бог. Сидай аккуратно, Хускар с фейзами идет. Луна. Да. Сорок. Луна маленького левела, луны восьмой. 24. Ой, нахуй я его вытянул! Уходи! Ты щит не включил. Ноль маны у медузы. Брат, а что по мане? А, думаешь, башня тебе поможет, да? Беду отдаем. Можете это как-нибудь? Что это за хрень вообще такая? И не мисс еще. Благодарю. Шок! Шокирован. Сука, ты с шрайна моего припил, сучара. Сколько герц монитор у тебя? 144, брат. Спасибо за донат. Блин, ну я чую, мы приорём с этого вайда дальше по игре. Вот просто моё, ребят, моё ощущение. Пойдём на шрайн. Мы просто приорём. Кидлар, пойдём. Я так. Я чувствую, будут мувы. Да, Хускаря можем убить, у меня ульта есть. Успеете его забить. Могу его на ульту развести. Не надо, брат. Обычно пусть такого разводятся на ульты и отлетают лица. Все, теперь кач пойдет потихоньку. Гоу ВР-ку попробуем, можем? Вон Рубик в кустах. Гоу купол, брат. Брат, купол не хочешь? Рубик, да? А купол не хочешь? Желания нету. Нет желания купол. Дай мой хук под замедло. Эй! Нормально, я убил его. Я не мог пойти с тобой в драку, я бумер там, ты же понимаешь, я думаю. Я только не понял, почему Войд стоит. Я тоже вот этого я не понял, но он пока не хочет, он копит энергию, все нормально. Мне нравится, когда худжом играешь, держишь противоположную команду в страхе, блядь. Знаешь, когда Войд в команде, он держит союзную команду в страхе. Настороженно ее держит. Он в ВР-ку можно... ты никогда не понимаешь, поставит он купол или нет. Потому что это не страх, а интрига. Ну, я с картагером. Купол, драться! Ну, драться, гол! У нас же мальчик, брат! Я тебя продал. Сейчас поставят купол. Хорош! Просто импакт вносишь, брат. Лучший. Войд! Батя, с даггером что ли? Охуеть. Да. Пушим. Вот оно. Вот оно. Идемте наверх. Вот оно, брат. Хорош. Боже, как он играет. Как он это делает. Посмотрите на Вайда, просто это батя 3-2-2, сука. Я понял. В принципе, я не удивлен, что все именно так.
поставить купол, а посмотреть. Просто я что-то не хочу смотреть. Что-то стрёмно мне смотреть. Ладно, я посмотрю. Всё, давай купол, не? Отойди, чтоб пуч вытянул. Окей. Пуч, тяни его и жри. Сейчас корп ворвётся. Инвиз. Я ушел, ребят. Ушел, ушел низ фармить. Я могу в инвизе подойти сожрать еще. Пойдем этого. Пойдем, я с тобой. Стой, стой, не пугай, не пугай. Ладно, я крит потратил. Хорош. Четко. Вот там еще ТП кто-то делает. Либо можем за хускарем пойти. Пойдем за хускарем. А вон снизу, о, медуза, медуза. Квадрат, солна, ульт. Вот и все. Крит! Что ж за хуйня-то в доте происходит? Приходится за пацанами под Т4 идти. Отлично. Гоу дальше пушить. Можем наверх пойти, там два таура. Не-не-не, дальше, дальше. А, давай, давай, давай. Пушьте, пушьте, я медузу держу. Пушьте, пушьте, пацаны, не обращайте внимания. Медуза какая-то вафельная. На два крита-то всего. Слабенькая, слабенькая. Спасибо за вид.
Спасибо за игру, пацаны. Вот и закончилась катка неожиданно. Хорош. У тебя Рубик появится, подожди. Давай, все. Гоу пушт. Ой. Сейчас ты уедешь. Ладно. Сука. Четку Скар не смог ничего. На нахуй. Вроде бы мид законтрил. Спасибо за игру, парни. 8-0-8 просто. Удачного стрима. Удачного стрима. Спасибо, брат, спасибо. Ча, лайки всем раздам. Задры? Задры в команде. Ну вот видишь, вот... О, кстати, урона у всех мало, суть не в этом. Вот видишь, ты говоришь, Дейдалус купи. А как я куплю в этой игре Дейдалус, если нужно БФ, потому что фрагов нет, надо фармить? То есть Дизоль я уже не покупаю.